Активисты волонтерского центра «Единой России» продолжают проверку учреждений культуры Одинцовского округа на предмет соблюдения санитарной безопасности. На днях волонтеры проинспектировали Дубковский муниципальный дом культуры и отметили, что коллектив со всей ответственностью подошел к борьбе с пандемией. Сотрудники обязательно используют маски, имеются в наличии санитайзеры. При входе проводится термометрия. Также в здании установлены обеззараживающие лампы.